Рекорд за все время существования смотра конкурса. В этом году за звание «Лучший по профессии» боролись 252 специалиста со всего Подмосковья. 10 из Одинцовского округа. Самому юному участнику 19 лет, а трудовой стаж самого опытного уже 40. Количество номинаций с каждым годом у нас растет и растет. И это приятно. Это значит, что в ЖКХ развивается, появляются новые профессии, появляются новые специалисты, появляются новые лучшие по профессии. Впервые конкурс прошел в 99 году. Начинали с 5 номинаций, сегодня их уже 11. Соревновались в умениях сварщики и монтажники, механики и маляры, дворники и плотники. Евгений Кушнерев – слесарь Одинцовской теплосети. И в своем деле он настоящий профессионал. Так решил состав жюри. Одинцовец победил на местном этапе и поэтому представлял наш округ уже на региональном. В своей номинации повторно одержал победу. Признается, задание было нетрудным. Собирали, разбирали задвижку, фланцы к ним прикручивали. Такие соревнования для коммунальщиков – это не только возможность показать себя, но еще и способ повысить профессионализм, а значит, улучшить сферу ЖКХ в целом. Соответственно, когда проходит конкурс, это всегда позволяет улучшить работу, позволяет выявить тех, кто хорошо выполняет ее, и поощрить, конечно же. А поощрение – это всегда мотивация в положительную сторону. Но не только за работой специалистов можно было наблюдать на конкурсе. Процесс импортозамещения в Московской области почти завершен. Большая часть оборудования, которое используется в сфере ЖКХ, производится в России. И это было наглядно продемонстрировано в холле волейбольного центра. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».